Грузинского пастуха признали виновным в убийстве американских граждан. Присяжные заседатели о такой форме рассмотрения дела просил сам подсудимый. Единогласно решили, что 19-летний Малхаз Кабаури должен отправиться в тюрьму. Супруги Смит хотели посетить ущелье вместе с 4-летним сыном. Помочь им вызвался местный пастух. Во время похода он стал оказывать неуместные знаки внимания женщине, поссорился с ее супругом. Расстрелял сначала его, а затем расправился с малышом и матерью. Позже криминалисты заключили, что перед смертью Лору Смит изнасиловали. К расследованию подключились и сотрудники ФБР. Сторона обвинения еще раз все рассмотрит и подытожит. Мы уверены, что будет единственный справедливый вердикт. Известно, что семья Смитов жила в Грузии последние 6 лет. У них было двойное гражданство. О том, какой срок получит обвиняемый в тройном убийстве, должно стать известно завтра. Ему вынесут окончательный приговор. Сторона обвинения намерена настаивать на пожизненном заключении.